ЧП во Владимире. Рядом с площадью Победы загорелась пятиэтажка. На место выехали пожарные подразделения. Из подвала валил густой дым. Спасатели приняли решение эвакуировать жителей двух подъездов. В это время другая группа пожарных тушила возгорание. Причина переполоха – сараи. В домах такого типа они находятся в подвале. И обычно пожары там происходят из-за неисправной электропроводки или неосторожного обращения с огнем. Из обоих подъездов были эвакуированы жители, 35 человек, в том числе 5 детей. Пожар был оперативно потушен на площади 20 квадратных метров. Горели сараи, размещенные в подвале. Причина произошедшего в настоящее время устанавливается дознавателями. На ликвидацию последствий происшествия выезжали 10 единиц техники и 29 человек.